Друзья, я хочу сказать вам, что мы еще не выехали, мы еще находимся на Грушевского, но уже здесь, прямо здесь, на Грушевского, нас атакуют порошенковские титуханы. Уже проезжает мимо какой-то серый Ланус, второй раз кидает в наши машины яйца, причем преимущественно попадает почему-то не в наши машины, а в пересечных громадян. О, о, бачите, смотрите. О, вот сейчас это был обстрел очередной, да. Это уже сверху. То есть это мы еще не выехали. А то есть Петр Алексеевич, вы уже превзошли все ожидания полностью. Это уже... Здесь они еще и камнями могут, наверное, кидаться. Надо выезжать. Я представляю себе, что вот... помнишь, Дима, когда мы ездили к Авакову? Вот тот товарищ, который мне врезался, он же ведь на суде потом перед судьей сказал, что лучше бы он меня убил бы. Поэтому я так думаю, что такие, как этот товарищ, который тогда врезался в меня, сейчас пытаются нас действительно атаковать серьезно. Ничего не получится. Мы выходили и будем выходить. Более того, сегодня еще устроим пикник и будем забивать голы нашему президенту, нашему прокурору, нашему еще кому-то, любому кому-то. Потому что то, что они делают, это скотство первой гильдии. Я прошу всех людей присоединяться к нам, когда мы выезжаем на такие акции. Вы видите, что они никогда не проходят даром, всегда с какими-то изюминками. Сегодня изюмом стали яйца.